Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». И сегодня, несмотря на весьма морозную погоду, мы вышли на улицы, чтобы показать вам, насколько красив зимний город. И таким образом выманить вас из теплых квартир. Ведь в Рязани есть куда сходить и есть что посмотреть даже зимой. Так, например, Рязанский художественный музей вновь приглашает гостей, на сей раз для знакомства с творчеством Юрия Кузнецова. Выставка «Живая память», которая сейчас работает в музее, приурочена к 85-летию со дня рождения художника. С точки зрения музейных сотрудников, выставка «Живая память» будет интересна и жителям, и гостям города, и, конечно же, молодым художникам. Все потому, что на ней представлены работы одного из старейших рязанских мастеров, творчество которого занимает довольно весомое место в художественной жизни нашего города. Юрий Кузнецов начал свой путь в искусстве еще в 60-е годы. В 62-м он окончил Суриковский художественный институт, после совмещал преподавание в Рязанском художественном училище с созданием монументальных произведений. Работал как художник-станковист. Юрий Николаевич являлся участником многих зональных, союзных, республиканских выставок. Не раз его работы украшали и стены Рязанского художественного музея. К прошлому юбилею художника была приурочена выставка его натюрмортов. На сей раз рязанцам предлагают познакомиться с древней архитектурой русских городов. Ну, я в основном интересовался архитектурой русского севера. И удивительное дело, чем больше смотришь, тем больше они не отпускают. Там небольшие по размеру работы, но они так хорошо вписываются в пространство, в среду. Они так хорошо дополняют, тем более народ немного. Там люди по-разному смотрятся. В своих путешествиях художник много работал с натуры. Впоследствии многочисленные зарисовки перерабатывались им в различных техниках, и таким образом создавался неповторимый стиль Юрия Кузнецова. То, что он является, ну, все-таки по своему духу, по образованию художником монументального искусства, это чувствуется и в его работах. Вот внимательно посмотрите, пройдите на эти листы графические, вы почувствуете вот эту мощь, монументальность, которая присуща именно мастерам, которые работают в монументальных видах искусства, монументальной живописи. Это вот как такой характерный почерк, оно сохраняется и в его станковых работах. Несмотря на почтенный возраст, художник продолжает работать, при этом постоянно обращаясь к накопленному за время путешествия материалу. На открытии коллеги, которые в большинстве своем считают себя его учениками, выразили надежду, что это отнюдь не последняя выставка мастера. Эта выставка очередная, но она какая-то такая, и я чувствую, что она не последняя. По сути, она не последняя, потому что в работах есть запал, есть энергия. Это не работа человека, который устал от жизни, там, и за плечами 85 лет, а это все-таки цифра. Вот. Это работа молодого человека, молодого творческого ищущего человека. Мы также надеемся, что еще не раз встретимся и с самим художником, и с его работами. Ну а пока советуем посетить выставку и познакомиться с полотнами, по сути, и являющимися той самой живой памятью. Через них она дошла до наших дней из глубины веков и является связующей нитью между прошлым и настоящим. А еще в нашем городе открылся новый интерактивный музей. Какие экспонаты можно в нем увидеть и о чем можно узнать? Мы предлагаем вам выяснить это вместе с нами прямо сейчас. Оказалось, что музей занимает всего одну небольшую комнату. Но зато здесь у вас есть возможность расширить свой кругозор и узнать больше об истории родной страны в целом и родного города в частности. Кстати, встретит вас настоящий стрелец. Ведь представленная экспозиция посвящена 17 веку, а это, если вы помните, время смуты, главными героями которого являлись именно стрельцы. О них, кстати, мы имеем весьма расплывчатое представление. Что мы знаем вообще о стрельцах? Мы только видели их в комедии Гайдая –
Да, может быть, мало кто, некоторое количество людей видели их на картине «Утро следской казни» художника Сурикова. Ну, в общем-то, на этом, да, вот Петр Первый там им бороды порубил, и все, и это войско, значит, уничтожил как таковое. А на самом деле стрельцы играли довольно-таки большую роль и в эволюции русской армии, став таким вот промежуточно-переходным звеном от феодальной армии к полкам новостроя, к солдатам, которые до сих пор фактически существуют, да, солдатский строй у нас, без них сложно представить эту эволюцию нашей армии. Помимо этого, они были носителями русских традиций. Валентин Горбачев, кандидат исторических наук и руководитель Центра исторического туризма «Лики прошлого». Как раз в рамках работы данного центра, занимающегося исторической реконструкцией, и был организован интерактивный проект «Музей стрельца». В выборе тематики открывшейся экспозиции сыграло роль и само место, где расположился музей. Ведь именно на площади Соборной раньше находилась Стрелецкая слобода. С подробной картой этой местности 17 века можно познакомиться на экспозиции. Кроме того, в витринах представлены предметы, иллюстрирующие основные моменты духовной и материальной жизни стрельцов. Здесь можно увидеть нательные кресты, образцы денег 17 века и даже копию поручной записи. Каждый стрелец, когда прибирался в войско, обязан был получить такую запись от старослужащих стрельцов, что они ручаются, что он будет себя вести как положено. Самую же главную часть экспозиции составляет оружие и реконструкция обмундирования стрельцов 17 века. Вот здесь вот у нас представлен реконструкция комплекса доспехов вооружения парадного комплекта сына боярского. Это такой чин в русском государстве 16-17 веков, из которых как раз и назначали стрелецких сотников, которые руководили стрелецкими подразделениями. Здесь представлен его доспех, значит, металлический, стальной. Это байдана. Именно такая байдана, но гораздо более богато украшена, была у царя Бориса Годунова. Конечно, здесь нет предметов старины и археологических находок. Все представленные экспонаты – точная историческая реконструкция. Возможно, они и не несут в себе той духовной ценности, которая сокрыта в оригинальных реликвиях. Зато их можно потрогать, примерить, посмотреть, как они работают. Например, здесь вы узнаете, как стрельцы в 17 веке поджигали фитиль. И даже сами можете попробовать воспользоваться вот такой средневековой зажигалкой. Важна сила? Нет, тут важно правильно, под правильным углом ударить в самую кромку, чтобы отсекались кусочки. Вот. Ой, а я не загорюсь, нет. Таким образом, знакомство с целым пластом нашей истории проходит, несомненно, более красочно, чем в привычном музейном формате. Кроме того, все доспехи, представленные здесь, можно примерить и даже сфотографироваться в них. А для всех желающих здесь проводят экскурсии по бывшей Стрелецкой слободе. Кстати, можно и просто прогуляться по улицам города, ведь сейчас наступает удивительная, можно даже сказать, волшебная пора. Об этом свидетельствуют наряженные елки, которые постепенно начинают появляться в городе. Интересно, а чувствуют ли рязанцы приближение праздника? И как вообще они относятся к Новому году? Сейчас узнаем. Вы чувствуете приближение праздника? Нет. Нет, а почему? Потому что пока у меня сессия, учусь. А вообще Новый год любите? Конечно. А за что вы любите этот праздник? Семейный праздник, все собираются дома, веселье. Вот поеду домой, наряжу все, будет ощущение праздника. Конечно, чувствую, уже все везде украшено. У меня только дом еще не украшено. Но будем исправлять ошибку, буквально выходной. Будем украшать дом. А как вы вообще относитесь к этому празднику, Новый год? Ну, конечно, это самый любимый праздник. Даже день рождения свой так не люблю, а праздник Новый год люблю. Мы любим, потому что везде настроение сразу улучшается. Да, доброта и... такая в воздухе да. летит. Новый год, ну, традиционно красивый праздник. Всегда отмечаем семьей, все собираются, подарки. Сейчас вот готовлю подарки для близких, а это приятно. То есть я вот начинаю вспоминать, кому что было бы приятно получить. Мне тоже всегда дарят подарки, мне тоже приятно. Ну и погода, конечно, я люблю зиму. Ну а если с праздничным настроением все-таки возникли проблемы, то мы советуем вам заглянуть в галерею «Переулок счастья». Как раз сейчас там экспонируется выставка работы, которые наверняка смогут перенести вас в мир чудес и волшебства.
С необыкновенными ангелами Павла Николаева, да и с самим автором и его супругой нам посчастливилось познакомиться летом этого года. Сейчас же художник предоставил галерее «Переулок счастья» новую для Рязани экспозицию «Города». Эти картины можно рассматривать бесконечно, погружаясь в удивительные миры, встречаясь там с чудесными персонажами и угадывая в мелких деталях различные города. Владелица галереи Кира Рязанова нашла в этих работах не только нашу родную Рязань, но и удивительное сходство цветовой гаммы, деталей, тем с творчеством других художников. И я вспомнила керамику Гали Сметаниной, и вспомнила ангелов Лены Вагиной. И у меня как-то все это так сплелось вот в одно. Я стала рассматривать работы, и я просто была потрясена, что я вижу Галины формы в живописных работах Павла Николаева. Я вижу ангелов Лениных тоже в его работах. Как будто то ли Галя впечатлялась этими работами, то ли Павел впечатлялся работами Гали. Вот. И потом, вот я говорю, вот ко мне пришла эта мысль, что где-то в эфире вот это есть как бы библиотека данных, которыми художники могут пользоваться. И получилось, вот мы долго искали название, ангелы города, города ангел, что-то как-то все не получалось. И вдруг вот это вот родилось, под небом голубым. Все чудеса, все необыкновенные какие-то небесные существа, все люди, все ангелы, все под небом голубым. И важно вот верить, что это небо голубое существует, что оно чистое, что там радость. Вот. Мы собрали художников, которые в это верят. Так и получилось, что данная экспозиция объединила произведения трех художников. Павел Николаев и керамист Елена Вагина из Нижнего Новгорода, чьи сказочные ангелы сегодня украшают выставочный зал галереи, к сожалению, на открытие выставки приехать не смогли. Зато с нами пообщалась Галина Сметанина, автор удивительных светильников и чудесных птиц, также представленных на выставке «Под небом голубым». Керамикой Галина занялась более 30 лет назад и ни разу не пожалела, что выбрала именно этот материал. Керамика ведь она соединяет в себе различные виды искусства. Это и живопись, это и скульптура. Вот. Можно заниматься мелкой пластикой, можно делать монументальные работы. И каждый художник, кто приходит в керамику, он найдет для себя любимые какие-то темы, любимый материал, любимые техники. Ведь керамика – это даже и фарфор, не только вот глины. За время своего творчества Галина Сметанина занималась практически всеми перечисленными разновидностями этого искусства. Сегодня же мастер экспериментирует с восстановительным обжигом. Это такая технология, при которой изделие обжигается в древяной печи и обжигается, то есть заключительный этап обжига происходит в восстановительной газовой среде, когда оксиды металлов, меди, из зеленого цвета, который в обычной среде, в электрической, в окислительной среде, здесь приобретают оттенки красного, золотистого. Именно в этой технике выполнены многие работы Галины, которые сегодня можно увидеть в галерее. И действительно, произведения этих трех художников невероятным образом дополняют друг друга, создавая невероятную атмосферу сказки. Отметили это и рязанские мастера, которые присутствовали на открытии выставки. Они очень интересно, гармонично, оригинально как-то вот, как-то они нашли друг друга, можно так сказать, в этой экспозиции. И я знаю, что те, кто делали экспозицию, они не сразу это поняли. То есть вдруг в процессе эти предметы все живописные и керамические, они начали с друг с другом вступать в контакт, и нашлась гармония очень хорошая. Вот, поэтому они взаимно друг друга дополняют очень интересно, оригинально. Многие из представленных на этой выставке работ могли бы стать прекрасным украшением любого интерьера, создав невероятный уют. Действительно, эти картины хочется долго рассматривать и размышлять над ними, а в свете керамических светильников наверняка было бы невероятно уютно проводить зимние вечера. Так что заглядывайте в галерею «Переулок счастья» за сказочными эмоциями. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых предновогодних событий. До встречи!